7 минут о жизни города. С вами Тимур Улаев. Здравствуйте. Оптимизация работы ТСЖ и управляющих компаний, подсветка зданий на проспекте и реконструкция детских садов. Эти и другие проблемы обсуждались на аппаратном совещании с руководителями подведомственных управлений администрации города. В начале совещания Борис Албегов отдельно поблагодарил членов участковых избирательных комиссий, в основном это работники городских школ, за работу во время выборов депутатов парламента республики. Глава администрации потребовал от комитета ЖКХ города проводить более жесткую работу с управляющими компаниями. На сегодняшний день, согласно законодательству, все полномочия администрации города по регулированию работы домоуправов перешли в руки собственников жилья. Но жители по старинке жалуются в мэрию на нерадивых работников управляющих компаний. Местный орган власти может только инициировать отзыв лицензии, а отзывают последнюю в судебном порядке. По словам Бориса Албегова, есть несколько компаний, которые на самом деле исполняют свои обязанности из рук вон плохо, и необходимо привлечь их к ответственности. Особое внимание сити-менеджер обратил на объекты незавершенного строительства в частном секторе города, которые портят его внешний облик. Зачастую неопрятные заборы и куча строительного мусора и стройматериалы стоят годами. К нарушителям, по мнению Бориса Албегова, необходимо применять санкции в виде предупреждений и штрафов. Также на аппаратном совещании обсуждался план мероприятий на празднование Дня города. В этом году все основные события развернутся на проспекте Мира и в Центральном парке. На протяжении всей главной улицы развернутся различные площадки. Национально-культурное общество, районы республики, творческие коллективы представят свои достижения. Пройдет фестиваль автомотостарины, фестиваль талантов и многое другое. Вечером жителей и гостей города ждет праздничный концерт с участием Турника Квитатиани, Шарипа Умханова, группы «Премьер-министр», 3D-мэппинг-шоу и красочный фейерверк. В доме-интернате «Забота» прошли тренировочные пожарно-тактические учения по тушению условного пожара. Согласно тактическому замыслу, условный пожар возник в результате короткого замыкания электропроводки осветительных приборов. Существует угроза распространения пожара на все здание. Основной целью учения стала отработка взаимодействия между пожарными подразделениями с обслуживающим персоналом и специальными службами, привлекаемыми к тушению пожара и эвакуации на объектах массового пребывания людей. Помимо отработки основной цели, перед участниками учения стояли проверка исправности системы оповещения, состояние эвакуационных выходов, исправности источников противопожарного водоснабжения, знание обязанностей и действий администрации в случае возникновения пожара, а также совершенствование практических навыков. В связи с трагическими событиями, которые произошли совсем недавно в городе Красноярске, где в частном доме престарелых сгорели люди, мы решили на базе дома-интерната «Забота» провести совместно с главным управлением МЧС тактические учения. И вот сегодня у нас будет такое мероприятие. В нашем учреждении проживает 89 получателей социальных услуг. Из них 6 – это колясочники, 12 человек малоподвижные и 8 человек лежачие. Мы вот хотим сегодня посмотреть, вот как совместно наш персонал и представители главного управления будут проводить вот эти учения. Уважаемые жители Республики Северная Осетия, Алания и города Владикавказ, мы сообщаем о том, что 24 сентября мы будем праздновать День Республики и День города. В связи с этим мы приглашаем всех вас принять активное участие в праздновании данных мероприятий. Мы вас приглашаем принять участие в фестивале талантов, в фестивале автомото-старины, в гастрономическом фестивале, как малые и большие фирмы. Мы приглашаем принять участие в фестивале осетинских пирогов и сыра. Будет очень интересно. Если у вас есть интересные предложения или свои идеи, мы готовы вас выслушать и принять. Надеемся, что этот день мы проведем вместе достойно и красиво. Юмаягай на баракбон. Басатакадам. Амэ сингэнгэ. Арвитам. Доброе утро, мир! Я верю, меня слышно. И мне есть что сказать. И мне есть что сказать. Мы все суетимся и бежим, закладывая виражи. И перестали мечтать. Давай почти достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем
любовь и просто улыбнись. И навстречу счастью мчись, и сбудется твоя мечта. Но мечты достанем из сундука, в сторону отложим все дела. Ведь это так просто, поверь. Давай мы вместе сделаем этот шаг, соберем друзей дома просто так, и счастью откроем. Наши 7 минут истекли. Смотрите нас завтра в 7:07 вечера. Также наши выпуски вы можете посмотреть на официальном сайте администрации Владикавказа. Хороших вам новостей!